В этот день, 1 сентября 1581 года, казачий атаман Ермак Тимофеевич во главе отряда 840 человек отплыл по реке Чусовой через Уральские горы навстречу завоеванию Сибири. 1 сентября 1919 года открылась первая в мире государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии. 1 сентября 1939 года – дата начала Второй мировой войны. 1 сентября 1899 года родился Андрей Платонов, русский советский писатель. Андрей Платонов – ровесник трагического времени России. Он родился в 1899 году. Жизнь его была неспокойной, интересной и полной испытаний, которые сыпались на писателя неизменно щедро. Андрей Платонов появился на свет в простой семье железнодорожного слесаря. Он был старшим из 11 детей, что свалило на его плечи заботу младших и помощь родителям по хозяйству. Все это отразил он в своих произведениях с щемящей простотой и достоверностью. Будущий писатель рассказывал своим братьям и сестричкам сказки, которые сам сочинял. А через долгие годы, в периоды гонений на Платонова, эти сказки давали его семье средства к существованию, потому что он долго оставался востребован в детских издательствах. Платонов начал работать, едва вступив в подростковый возраст. По его словам, жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности. О таких людях говорят, что у них золотые руки. Сначала он пошел по отцовским стопам и стал слесарем и помощником машиниста. Потом Платонов умудрялся легко совмещать учебу в политехническом и работу журналиста. Став очевидцем страшной засухи 21 года, своими глазами увидев гибель крестьян, он оказался настолько поражен трагедией, что поменял профессию и стал инженером-мелиоратором. Однако чем бы ни занимался Платонов, в душе он всегда оставался писателем. Платонов мало известен как поэт, а между тем его хвалил и одобрял знаменитый Брюсов за самобытные метафоры и меткие сравнения. Стихи Платонова издавались в периодике и сборниках современной поэзии. А на свое 23-летие писатель получил главный подарок – сборник своих ранних стихов под названием «Голубая глубина». Как прозаик, Платонов состоялся в 19 году, он оттачивал свой неповторимый стиль, о котором много спорили и тогда, и сейчас. Его намеренное утрирование нелепости читатель либо обожает, либо не принимает совсем. Поэтому многие современники называли его речь косноязычной, а маститые критики